Сургут – это один из древнейших российских городов, расположенных в Западной Сибири. Заложен он был по приказу царя Федора Иоанновича 19 февраля 1594 года. В те времена сюда ссылали участников народных восстаний, церковных раскольников, позже – декабристов. Три столетия Сургут, не имея экономического значения, пять раз менял статус села на город, пока в районе Средней Оби не обнаружили целое созвездие нефтяных и газовых месторождений. И с этого момента в эти места стали съезжаться талантливые и трудолюбивые люди. В начале 20 века в Сургуте появилась первая электростанция, телефонная линия протяженностью 7 километров. Первый самолет прилетел в Сургут из Тюмени. Был построен железнодорожный мост через реку Обь. 5 августа 1975 года первый тепловоз прибыл в город. Город Сургут стоит на правом берегу Великой Сибирской реки Обь и славится обилием рыбы. Недаром, по одной из версий, название Сургут происходит от хантыйского «сор» – заливная пойма реки, и «кут» – рыба. В начале 21 века Сургутский мост соединил оба берега Оби и стал первым вантовым автомобильным мостом, связав две крупнейшие автомобильные дороги. Символ Сургута – черный лис. Много славных мифов, сказаний, легенд и загадок посвятили коренные жители края черному лису. Даже первая печать великого князя Михаила Федоровича имела в оттиске черного лиса. Мех черной лисицы считался источником пополнения государственной казны. Наш край древний и суровый, удивительно красивый и щедрый, известный издавна многими северными диковинами. Край необъятной тайги с ее дарами, бережно хранимый коренными жителями. Разнообразен и самобытен фольклор народов Ханты и Манси. Темы устного творчества разнообразны, но в каждой из них отражены жизнь и мудрость народа. Так, в верованиях хантов считается, что птичка трясогузка приносит людям счастье. Вот уже более 400 лет процветает мой любимый город Сургут, основанный на священной земле народов Ханты и Манси, опираясь на мудрость опытных и одаренность молодых.